Супруга американского президента стала звездой интернета. Ролик с танцующей первой леди за 2 дня посмотрели 1,5 миллиона пользователей. Мишель Обама выступила в популярном вечернем телешоу с необычным номером. Вместе с ведущим Джимми Фэллоном в женском обличии они исполнили «Мамочкин танец». В этом номере Фэллон и Обама танцуют под субтитры. Движения называются «Купи свежих продуктов», «Подъем крыши», «Толчок бедром» и так далее. Многие зрители обратили внимание не только на танец, но и на новую прическу Обамы. Официальное фото первой леди с челкой было опубликовано 21 февраля.